Дорогие друзья, родители, бабушки, дедушки, тети, дяди, просто друзья и гости, мы рады вас видеть в нашем зале на нашем концерте. И сейчас я хочу пригласить на сцену театр современного танца «Анжелика» на сцену. Нет, поднимаемся. Так, вот они все. Ну, почти все. Что я хочу сказать, девчонки? Какие мы с вами молодцы. Я хочу сказать, что в свете последних событий, то, что дети собираются, приходят, танцуют для того, чтобы дарить людям радость, это уже большая победа над той ситуацией, которая царит сейчас, к сожалению, в нашем мире. И я очень надеюсь, что все, что мы сейчас будем вам показывать, вам понравится. Несмотря на то, что, возможно, там будут какие-то помарочки, потому что очень тяжело нам сейчас работать, бегать в бомбоубежище, прятаться, когда ходят тревоги. Но мы старались, мы очень старались сделать для вас праздник. Мы очень старались, чтобы Новый год и Рождество в этом году был для вас очень счастливым, радостным, красивым. И я хочу всем вам пожелать здоровья и мира. И сейчас первый номер «Инферно» — это преисподняя, вы знаете, да? Потому что всегда силы зла хотят победить наш мир. Посмотрим. Театр современного танца «Анжелика», танец «Инферно». Thank you.
когда мы последний раз танцевали этот танец на фестивале, у всех в зале, и в том числе у членов жюри, были мурашки по коже, было аж страшно. Но эту ситуацию, этот огонь из преисподней мы победим с вами, мы погасим его. И у нас есть для этого все средства. У меня есть прекрасный танцор Жарова Дарина. Это одна из лучших моих девочек, которая очень талантлива, очень трудолюбива. Очень трудолюбивая девочка. Насколько она работает серьезно, насколько классно, что вот она сегодня приготовила к нам с вами такой веселый танец, шальной рок-н-ролл. Ну что может быть веселее и зажигательней рок-н-ролла? Итак, Дариночка, ты готова? Начинаем. Молодец, Дариночка. А помните, у Купелова песня была? И вот среди по трассе, среди пустыни мчит мой байк, а не лимузин. Вот у нас тоже есть байкерша. Казанбаева Татьяна. Навстречу ветру.
дальше ехала, но музыка закончилась. Запах свободы. Что может быть прекраснее, чем запах свободы? Что может быть прекраснее, когда свободны люди? Что может быть прекраснее, когда свободный народ? Анна Бардаченко. Запах свободы. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new life for me. And I'm feeling good. Кстати, таких шикарных прыжков, как у Ани, редко у кого бывает, даже в балетных. Мы сюда ходим, наши все детки ходят ко мне в коллектив, потому что очень любят танцевать, просто любят танцы. И настолько любят, что вот Даша Ильченко танцует даже во сне. Ильченко Дарья, танцую даже во сне, встречайте. Thank you.
вы в такой пижаме тоже не уснули и классно танцевали. Спасибо, Дашенька. А наши две девчонки — это такой классный, обалденный дуэт. Евтухова Элина и Сикорская Анастасия. Они дружат. Они дружат и на сцене. Ну, не совсем, бывает, ссорятся. Ну, в общем, они решили, что им надо ограбить банк, потому что нам не хватает денег на костюмы. Смешное ограбление. Встречайте. Money. Money. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound. A mark, a yen, a buck or a pound. It's all that makes the world go around, that clinking, clanking sound can make the world go round. Money, 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 money. If you happen to be rich and you feel like a night's entertainment, you can pay for the escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the go round, of that we both are sure. On being poor. Money, money, money. 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 Бывают в жизни ситуации, когда люди дружат, живут вместе, а потом уезжают, прощаются, неизвестно насколько, надолго, навсегда ли. Такое в жизни часто бывает. У нас есть дуэт, которые, девчонки, которые дружат всегда, и на сцене тоже. Одна другую провожает. Номер называется «Не грусти». Танцует Калина Ева, Казанбаева Татьяна. I don't wanna be the one to say goodbye, but I will, I will, I will. I don't wanna sit on the pavement while you fly, but I will, I will. Oh yes, I will. 'Cause maybe in the future you're gonna come back, you're gonna come back around. Maybe in the future you're gonna come back, you're gonna come back. All the only way to really know is to really let it go. Oh, maybe you're gonna come back, you're gonna come back, you're gonna come back to me. I don't wanna be the first to let it go, oh, but I know, I know, I know. If you have the last hand that I want to, and I know I've got to let them go. 'Cause maybe in the future they're gonna come back, they're gonna come back around. Maybe in the future you're gonna come back, you're gonna come back. Oh, maybe you're gonna come back, you're gonna come back, you're gonna come back.
зачем уезжать двоим? Поедем вместе, да? Чтоб не расставаться. У каждого человека бывает ситуация в жизни, когда у него бывают падения, когда не знаешь, что делать, как жить, как быть, какой путь выбрать, чтобы все стало лучше. А бывают такие ситуации, когда чувствуешь себя на волне, прямо на вершине. И сейчас Гусак Ксения станцует свой сольный номер «На волне». «Я свободен, словно птицы в небесах». Дуэт, премьера танца Ильченко Дарья и Бардаченко Анна танцуют свою новую композицию «Птицы в небесах».
девчонки, для премьеры очень классно. Элегия – это грусть. Это нежная грусть. Василенко София, соло. I'm proud of who I am. No more monsters, I can breathe again. And you said that I was done. Well, you were wrong, and now the best is yet to come. 'Cause I can make it on my own. I don't need you, I found a strength of Снова с удовольствием я хочу представить, дорогие друзья, вам прекрасный дуэт Казанбаева Татьяна и Жарова Дарина «Лесные феи». Просто невероятный, завораживающий танец. Thank you.
снова, дорогие друзья, у нас девчонка, которая считает, что она самая красивая. Я тоже считаю, что она очень красивая. Евтухова Элина со своей композицией «Самая красивая». У нас такой концерт, не помню уже, чему посвященный. Смотрим мы с Олесей Сергеевной на этот концерт. Что-то так все прилизано, причесано, как-то так аж грустно и так все скучно. А мы же девочки такие, что у нас же бесики должны где-то там в ласках и в душе скакать. Я говорю, давайте придумаем какой-то танец, чтобы он был такой необычный, неординарный. Мы придумали «Игра страстей». Étrange qui me fascine autant qu'elle me dérange. Je frissonne, poignardé par le beau. C'est comme dans la main le couteau. La blessure traverse mon cœur et j'ai la joie dans la douleur. Je m'enivre de ce poison à en perdre la raison. C'est le bien qui fait mal quand tu aimes tout à fait normal. Ta haine prend le plaisir. C'est si bon de souffrir, succombe au charme d'un tel lard. C'est le bien qui fait mal quand tu l'aimes tout à fait banal. C'est le bien qui fait mal. Ta peine, les vrais délices passent par le sucre.
fait normal. Ta haine prend le plaisir. C'est si bon de souffrir, c'est qu'on voit chat. T'as tes larmes, c'est le rien qui fait mal. Quand tu l'aimes, tout à fait banal. Ta peine, les vrais délices. Passe par le supplice, tu baisses les armes. T'as tes larmes. Да, браво, я с вами согласна. Очень классный номер. Дорогие друзья, я сейчас хочу представить вам нашу новую солистку. У нее премьера, она вообще солирует первый раз, и она очень-очень волнуется. Это Войтенко Александра. Очень хороший танцор, но она очень волнуется. Поддержите ее, пожалуйста. У нее номер «Калейдоскоп». Идут новогодние праздники, рождественские, вот. И все гадают, девчонки на женихов гадают. Трио гадания, которое вы любите, я не могла его не включить в программу. Это самый лучший, наверное, один из самых лучших наших танцев. Вашему вниманию. Три девчонки. Ильченко Дарья, Бардаченко Анна и Василенко София. Старший состав. Встречайте! Yeah.
sad? Why am I sad? Why am I so sad? Why am I sad? Why am I so sad? Заслуживает больших комплиментов. И я хочу сейчас представить еще одну свою солистку. Это Сикорская Анастасия. У нее сегодня премьера, и она тоже очень волнуется. «Голубые мечты». Мы все умеем мечтать, мы все хотим мечтать. Мы хотим, чтобы мечты сбывались. «Голубые мечты». У нас есть очень маленькая солистка. Ей всего 7 лет. Это Фень Заряна. И она вам станцует маленькую шкодливую девочку. Маленькая шкода. Ой, неможливо не гасати, не плигати, не скакати, не розбігти, не стрибнути, не стрибнути, наче м'яч. Хай гукають, гей, потише, аби я чула, не вийшло. Та інакше я, інакше, та інакше, 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 та інакше я.
Не умію, хоч заплач! Вчора я не розбігався, у цукрянам намагався. Я не бився, не валявся, не кричав. Рах-тарах! Я зв'язав старанно ноги, щоб забули про дорогу. Цілий день ходив спокійно, цілий день ходив спокійно. Зад-перед ходив спокійно. Перевертом на руках! Умничка моя, Заряночка, умничка, моя дорогая. Мы сегодня специально для вас, потому что зима, потому что мороз, потому что Новый год и Рождество, подготовили к вам новый танец «Ангелы над облаками». Кулисами у меня там детки маленькие, очень-очень, манюни, от 4 до 6 лет. Я прошу вас, не судите строго, потому что они еще не могут танцевать так красиво, как девчонки, которые по 7 и по 8 лет занимаются. Они занимаются еще совсем немножечко, но они старались сделать для вас сегодня праздник. Танец называется «Веселый гномик». Гномика мы пошить не успели, не смогли, не за что нам было. Но костюмчик красивый нашли. Итак, Манюни, веселый гномик. Он носит сто веснушек на крошечном носу.
молодцы, девчонки, они старались. Они станцевали даже лучше, чем на репетиции, это правда. Вот, и еще. В этом году у нас не было фейерверков на Новый год. Поэтому мы подготовили вам свою иллюминацию, свой фейерверк. Танец иллюминация, танцует смешанный состав. Принимайте. Которые сейчас находятся не на сцене, пусть все детки выйдут на сцену. Пускай все детки Дарина выйдут на сцену. Быстренько, 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 маленькие, быстренько. Манюни, аккуратненько здесь провод. Аккуратненько, аккуратненько. Очень долго готовились, очень сильно волновались. Вот и закончился наш праздничный концерт для вас. Я надеюсь, мы вам подарили частичку радости, частичку веры в то, что все будет классно у нас, частичку свободы, частичку хорошего настроения и счастья. И еще мы желаем, чтобы у вас была всегда любовь. Любовь – это все. Любовь – это то, что созидает. Мы благодарны вам за то, что вы к нам пришли. И еще, у меня сегодня для всего коллектива и для моих деток сюрприз. Я хочу пригласить на сцену нашего очень хорошего друга, который любит деток, любит наш коллектив, Меликяна Гарика Альбертовича. Это наш депутат и спонсор нашего коллектива. Thank you.
уважаемый коллектив, здравствуйте, во-первых. Дорогие родители, дорогие синеликовцы, дорогие гости нашего города, я от всех вас, от всех нас хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, с Новым годом, с Рождеством Христовым. Когда я от Анжелы получил приглашение посетить и встретиться с вами, честно говоря, я душой обрадовался, потому что я давно уже этого ждал. Я рад, что вы есть. Анжела, спасибо вам огромное за этот великолепный коллектив. Вы не только сохранили гостя, вы и приумножили. Это огромного труда стоит. Спасибо нас от всех. Огромное. Родные мои, это трудное для нашей страны время. Мы должны работать, мы должны трудиться и доказать всему миру, что мы есть, что мы живы, что наше дело правое, и мы победим. Слава Украине! Гарик Альбертович, подождите немножечко. Гарик Альбертович не только любит наш коллектив и просто пришел на нас посмотреть, полюбоваться, как мы классно умеем танцевать. Я надеюсь, классно. Он пришел как Дед Мороз, как Санта-Клаус, я не знаю, как Святой Николай. Он принес нам подарки. И когда мы спустимся в фойе, сделаем небольшую фотосессию в фотозоне, мы всем деткам вручим подарки. И я думаю, что эти сладкие призы немножечко скрасят и подсластят нашу жизнь. И, дорогие родители, вам понравился концерт? Вы хотите поздравить своих детей? Прошу на сцену! Во-первых, мы хотим поздравить вас и сказать вам большое спасибо за детей, за этот чудесный концерт. Пусть в новом году исполнятся все ваши желания мира, добра и счастья. Я вас благодарю, дорогие мои родители. Что бы мы делали без вас? Понятное дело, вы приводите детей, вы стараетесь, чтобы они меньше пропускали занятия. Вы хотите, чтобы дети были счастливы и духовны. А это очень важно, потому что бездуховное общество – это путь в никуда. Наши дети должны расти и быть духовными. Тогда наша жизнь будет прекрасна. Всех с праздником!